Добрый день, друзья! Часто задаваем вопрос, какого же цвета будет вода в моем бассейне, если мы покроем его цветом волосы. Ответ на этот вопрос очень прост. Мы черпаем вдохновение от природы. За моей спиной пляж Клеопатры на острове. Вот. И этот цвет волосы был создан по аналогии с цветом песка на данном пляже. Посмотрите, пожалуйста, за спиной прекрасную голубую воду. Вот такая же голубая вода у вас будет, если вы покроете свой бассейн цветом волосы. Специально был знак создан, воссоздан. Вот. Мы вдохновляемся природой. Ничего просто так не создаем. Смотрим, что сделала для нас наша планета Земля. И просто повторяем ту красоту, которую уже создала нам. Nobody sees, nobody knows. We are a secret, can't be exposed. That's how it is, that's how it goes. Far from the others, close to each other. In the daylight.